Объем средств россиян на счетах в банках по итогам первого квартала текущего года сократился на 230 миллиардов рублей, что в три раза меньше, если сравнить с аналогичным периодом прошлого года. При этом количество вкладов, наоборот, увеличилось на 0,7%. Что касается сберегательных сертификатов на предъявителя, то в отчетном периоде их объем вырос на 0,7 миллиарда рублей. Сумма вкладов индивидуальных предпринимателей на 1 апреля этого года составила почти 350 миллиардов рублей, увеличившись с начала года на 9 миллиардов. Наибольший прирост во вклады наблюдался в диапазоне от 700 тысяч до 1,4 миллиона рублей. Вклады в диапазоне от 100 до 700 тысяч рублей показали незначительный рост на 0,4% по сумме и по количеству. Сбережения свыше 1,4 миллиона рублей снизились на 1,7% по сумме, но при этом произошло увеличение их количества на 3,8%. Вклады до 100 тысяч рублей сократились на 8,9% по сумме, практически без изменения количества счетов. Средний размер вклада по банковской системе на 1 апреля текущего года составил 163 тысячи рублей, увеличившись по сравнению с началом года на 3%.